Дорогие друзья, добрый вам летний вечер. Мы вас очень рады приветствовать и видеть в клубе Алексея Козлова. Сейчас я вам немножечко расскажу, что мы сыграем для вас в первом отделении нашего концерта. Дорогие друзья, ну, если кто-то читал афиши, то я обещала романтику в джазе. На самом деле, определения музыкальных стилей, они, ну, существуют, может быть, для какой-то классификации и так далее. Но это дело музыкантов играть, поэтому я не буду долго по этому поводу разговаривать. Но позвольте мне все-таки начать концерт с игры на рояле. Я понимаю, что, может быть, кто-то подумает, что сразу возьму в руки саксофон. Но нет, позвольте мне пару очень-очень известных джазовых стандартов, но прекраснейших, красивейших, все-таки изложить вам эти истории на рояле. И заранее спасибо вам за созидание и за понимание. Спасибо. А мы, в свою очередь, желаем вам музыкальным образом, музыкальным языком хорошего настроения и исполнения ваших добрых желаний. А я приглашаю на эту сцену... Вы слышите, что творится за кулисами? Это у нас музыканты, как сказать, близкие, друзья мои, и им уже там весело, да. Игорь, выходи. Игорь Иванушкин сегодня сыграет на контрабасе. Игорь Иванушкин. И сегодня очень рада, счастлива представить музыканта, который будет играть на барабанах. Мы давно что-то вместе не играли, я соскучилась. Ивана Валиани, тем более, давний мой друг вообще. А можно я вам пока не буду говорить название, а просто мы начнем играть? Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Ваше внимание. Вашего позволения мы хотели бы сыграть еще одну композицию, если не возражаете. Она тоже очень-очень... поменьше друг друга компонировать. Ладно, нет. Можно низко чуть поменьше, наверное, Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Мы благодарны. Если позволите, вот будем иногда таким образом с вами общаться, потому что я кайфую как велик, мне очень не хватает реальной концертной практики, ради удовольствия. И, ну, сейчас мы пригласим настоящего пианиста, его зовут Александр Вершинин. Александр Вершинин. Скромный человек, но тем не менее от этого. Ну ладно, если честно, он недавно мне ставил руку, потому что. Ну, в общем, дорогие друзья, сейчас уже вот полный состав наш перед вами на сцене. И немножко я вам сейчас лапшу на уши повешу, чтобы, так сказать, делать передышку. Сегодня. Главное событие – это, конечно, второе отделение нашего концерта, потому что прозвучит вот для нас, Сань, мы очень любим твою музыку, это возвышенная, прекрасная сюита сказок Александра Вершинина. Дорогие друзья, я предлагаю его поздравить, потому что недавно вышел диск. Если бы вы знали, какая была дорога, боже мой, непростая, от идеи Андрюши Левина и до воплощения, и сколько Сашиного труда, ну, от его всех орбит, дай Бог здоровья, да, Раенька, Коля Богачев, Сережа Халин, эти святые люди, вот если бы не они, не было бы у нас. Так что, но больше всего мы бы не обошли без Игоря Иванушкина, потому что его великолепный контрабас. Ну, в общем, вы видите, мы немножко валяем дурака, но, так сказать, от радости вас видеть и сообщить такую замечательную новость о том, что, слава Богу, мы можем вместе эту свиту теперь слушать на диске. Вот. Но, тем не менее, это во втором отделении, потому что после него невозможно что-либо воспринимать и не хочется. А сейчас мы сыграем вам мечту аспиранта, потому что пора мне уже инструмент взять в руки, а то вы сейчас уйдете и, так сказать, придется вам билеты обратно отдать. В общем, если говорить об импровизации, я повторяюсь в разных вариациях, но по сути говорю одно и то же, что импровизация – это музыкальный язык, которым можно общаться с вами, а на самом деле жанр можно выбрать любой. Ну вот как вы поехали в Италию, вы говорите на итальянском, поехали во Францию – на французском. Также мы можем выбрать неосоло, можем выбрать барокко, почему нет? Thank you.
Это было предисловие композиции «Мечта аспиранта». Пришел он в библиотеку имени Ленина и заснул. Он же тоже человек. Thank you.
Спасибо большое, дорогие друзья. Да. Вот так вот задание для экзамена выпускного в аспирантуре превращается в четкую репертуарную вещь неожиданно. Вот. А теперь позвольте, я оставлю на линии моих дорогих друзей, и они сыграют трио. Композиция Александра Вершинина. Ланочек, ты сейчас это, да. Мы с тобой споем. Она услышала, она поет колыбельную. Ланочка, это другая колыбельная, мы споем во втором отделении, ладно? Это моя дочь Лана Королева.
Я же вам говорила. Консерватория не против. Я взяла что-то не то. То Саша сочинил потрясающую такую русскую мелодию. Я буду в ноты смотреть. Вы меня за это простите, потому что у нас премьера. Я боюсь слова забыть. И... В общем. Чье же это поле? Чьи же покосы, чья же то девчина,
бегу выше, выступать там. Ладно, будешь выступать? Ну иди сюда, да. Чего? Дитё надо, чтобы оно выступило, а то оно потом... И вот выступление Маланы Королёвой мы завершим в первом отделении. У нас тут русская тема пошла, то все хорошо, я уже придумала. Есть такая русская колыбельная, раз уж мы эту тему сейчас начали, позвольте, мы ее закончили первое время, да, Мамочка? Да. Готова? Да. Котя, котенька, профессор Московской консерватории. Ну, это, как я говорила, да, консерватория, да, ну, так сказать, ничем этот труд и опыт действительно не купишь. Но вот в Саше удивительно соединяется такой удивительный классический профессионализм и красота с любовью к джазу и разным другим музыкальным стилям. Так вот, универсальный такой музыкант. И надеюсь, вы сейчас согласитесь со мной, когда прослушаете его свиту, свиту сказок. Саш, может, ты скажешь пару слов все-таки, да, про... Давайте пригласим его, немножко объясним все, что такое. Два слова, чтобы сильно не затягивать всю историю. Дело в том, что она так постепенно писалась, эта свита, в течение там нескольких лет. Получилось так из пяти частей, и просто благодаря вот друзьям моим вот мы получили сейчас диск, все это записали и довели до такого какого-то результата, потому что на самом деле все это было где-то в голове, где-то частично в нотах. И если бы не вот мои друзья, которые мне очень помогли, то, наверное, ее бы и не было, как даже думал. Вот, поэтому свита состоит из пяти частей, первая часть называется «Старая дорога».
Это первая часть книги, она называется «Старая дорога». Дитя Лотоса, дорогие друзья. Thank you.
все это скажет. Спасибо. У нас дальше дитя. Вот, Сашечка, подскажи, что у нас дальше? И впечатление у тебя когда появилось? И от чего? Скажи. Это я был на концерте Ахмада Джамаля. Тебе повезло, так ты записал. И кто-то и так вот дали. А вот на они на концерте играют. А вдруг сейчас посмотрим? Давай. Я вам сейчас посмотрю. Oh,
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Это третья часть книги сказок Александра Вершинина, она называется «Впечатления». И сейчас мы перейдем, что просто поразительно. А четвертая часть называется «Ночь». И, Сашенька, она у тебя была написана под впечатлением от Испании, да? От испанских деревенских танцев настоящих. Фламенко, да? Thank you.
Bye.
поставим соло. Thank you.
Thank you.
друзья. Ну вот опять вот ты нас делаешь счастливыми и познающими смысл своего бытия, Саша. Александр Вершинин и его свита сказок. Саша, это у тебя не пленка, потому что мы кайфуем абсолютно. Вот. Давайте к вам пошли. Александр Вершинин, рояль и музыка светосказок. Игорь Иванушкин, контрабас и его соло. Иван Аваряни, барабаны. Его состояние. Ну, всегда ваша Анна Королева. Спасибо, что приехали.